И информация, которая станет интересна всем любопытным. Видным снимается сериал. В качестве натуры киношники выбрали фасад историко-культурного центра и окружающую центр территорию. По словам продюсера фильма Сергея Шевцова, это история жизни нескольких поколений одной семьи, история любви. Фильм будет состоять из 20 серий. Все остальные нюансы сериала съемочная группа держит в тайне, но причины, по которым съемки проходят в нашем городе, объясняют так. Место очень хорошее, очень красивое. Хотели задействовать всю площадь, но не получили разрешения на всю. Дирекция вот этого заведения согласилась помочь нам, и мы с удовольствием воспользовались этой возможностью. В сериале снимаются такие известные актеры, как Мария Порошина, Константин Лавроненко. Кстати, это далеко не первый случай, когда те или иные уголки Видного выбирались киношниками для съемок.